Так, тренер 4-2, счет, но игра была сложна сегодня, да? Да, это возвращение, опять же, говорим, она всегда сложная. Неудачный результат последний у нас с Боду, поэтому где-то психологический фактор очень сильно влиял на это. Ну, браво, игроки, браво, то, что и пропустили вследствие своих ошибок, 2 гола, но Дайнава очень серьезно подходила к этому матчу. И много было видно и борьбы, и желания. Ну, еще раз хочу поблагодарить своих футболистов за самоотдачу. Этот состав, он играл и последнюю игру, и очень мало времени было на то, чтобы восстановиться. Но это было очень важно психологически. Поэтому вышли и доказали, в первую очередь, себе, что футбол состоит из важных моментов. Психология здесь решает очень много, очень много. Поэтому только могу поблагодарить своих игроков за такую самоотдачу. Это ошибки на обороне, это какой-то психологический момент, как вы думаете? Ну, тут нельзя это тоже исключать, то, что психологически это давило. Ну, и с другой стороны, может быть, мы последние матчи проводили на синтетике, здесь немножко быстрее мяч ходил вследствие того, что дождь, и где-то не справились с этим, что дали возможность сопернику такие шансы. Соперник реализовался, не так много их было, но те наши ошибки, они дали возможность им забивать. Густас ушел по замену, один пас сделал, гол. Как вы оцениваете его игра? Ну, я скажу так, что Ерисяевичус — это тот игрок, который, ну, можно сказать, может, наше будущее. Мы надеемся на него, как и на всех остальных. Кто работает лучше, кто работает продуктивнее, тот и выходит на поле. Поэтому он сегодня не случайно опять появляется. Он и выходил и в европейских играх, поэтому есть доверие к тому, кто очень хорошо старается. Что случилось с Саулисом? Ну, это мы уже будем завтра знать, насколько там серьезно, но Саулис — тот игрок, который не уходит просто так с поля, если там какая-то маленькая травма или небольшое повреждение, поэтому что-то очень серьезное, но будем завтра знать.